17 декабря сразу две аварии парализовали движение в центре Волгограда. В 12:36 на пересечении проспекта Ленина и Комсомольской водитель Hyundai Solaris проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с маршруткой. 30-летний водитель Hyundai и его 34-летняя пассажирка на раннем сроке беременности доставлены в больницу. На перекрестке проспект Ленина-Пражская в 14:29 23-летний водитель Мазды проехал перекресток на Красный и столкнулся с Сузуки, выехавшим на перекресток с улицы Пражской. От удара Мазда выехала на тротуар, а Сузуки развернула, и он столкнулся с Фордом, стоящим на светофоре. Пострадала 62-летняя женщина, которая находилась за рулем Сузуки. С сильными ушибами она была доставлена в 25-ю больницу.